С именем нашего земляка, поэта, которого еще называют Есениным Видновского края, многое связано в Ленинском районе. Это школьные зубовские уроки, поэтические вечера, выставки, встречи, традиционный ежегодный фестиваль «Зубовские чтения». На днях в районной библиотеке состоялось ежегодное вручение литературной премии имени Евгения Зубова. Премия вручается 6 выдающимся деятелям литературы Подмосковья. Это могут быть писатели, поэты, это могут быть спонсоры, это могут быть общественные деятели, которые способствуют продвижению и развитию литературной жизни Московской области. Впервые литераторы удостоились этой премии в 2003 году. Потом, после небольшого перерыва, церемония стала ежегодной. Сегодняшняя премия уже 12-я по счету. Среди награжденных Юлия Светикова, юный литератор Ленинского района. Она уже лауреат губернаторской премии «Наше Подмосковье». Также в ее активе изданная книга в жанре верлибра, набирающая популярность формы стиха в прозе. «Изо льда на руках моих браслеты, на плечах ожерелье огней, и с краснежным венцом коронована тобой». Видное по праву считается литературной столицей Подмосковья. Это заслуга как самих творцов, так и тех, кто поддерживает их в этом. Таким людям также вручается премия. Моисей Шамаилов, начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту, предпочел разделить ее с близкими. Я точно был не один. Я был вместе с вами, я был со всеми членами литературного общества Шкулева, я был с семьей Зубова. Премия вручается раз в год. Для тех, чьи заслуги не были отмечены сегодня, впереди еще есть время, чтобы своим творчеством заслужить ее в будущем.